Сонечка, мы куда приехали? Куда приехали? В зоопарк! Ага, кого ты хочешь увидеть? Лошадку! Лошадку! Тут есть, смотри, вот карта. Что тут есть? Давай посмотрим, есть ли тут лошадки. Наверное, все есть, кроме лошадок. Может, тебя кто-нибудь другой тоже устроит? Ладно, пойдем смотреть. Так, начинаем наше путешествие сегодняшнее с детской фермы. Посмотрим, кто тут есть. Вижу черепашек. Да, смотри, какие большие. И как их много. И курочки там бегают сзади, видишь? Ой, это мои козлики маленькие. Ай, иди, можно потрогать лошадку. Им жарко, Сонь, бедным. Не знаю, как они тут существуют. А вот там, смотри, на заборчике сидит. Да? Ой, ой, полетели, полетели. А тут на веточке. И такие классные. Да, заснимаю. О, смотри, двигается. Прикольно. Кисточка на хвостике смешная. Что произошло? Я через воду прошла и не захлебнулась. Прошла через воду, да? Вся помылась? Да. Класс. Тань, смотри, какие они забавные. You've seen these animals earlier? Those are the females. There are some males, the ones with horns or antlers. And the ones which are brown in color with white belly, black buck. On your right side, on your left side, the ones light brown in color. На сафари в 30-градусную жару. Это, конечно, идея не очень хорошая, но у нас не было выбора. Часы показывают 34 градуса. А нам нужно сходить еще в Asian Village, посмотреть одно представление, возможно, увидеть медведя. Но слона уже, наверное, сил не хватит. Ну что, кто это такой милый? Это обезьянка. Обезьянка такая черненькая. Соня, на ком это ты сидишь? Кто это такой? Это крокодилчик. Крокодилчик? Какой же ты крокодилчик? Смотри на его морду. Это же большая ящерица. Нет, ты что? Это драгон. Баран вроде по-русски, да? Не порвется, солнышко, не порвется. Так, сегодня день какой-то там, в Дубае. И мы постараемся попасть в аквариум. И попасть сюда на метро. Let's go. Пока-пока. Идем на метро. Надо перейти мост, повернуть направо. И там где-то должно быть. Говорят, что легко и просто туда попасть. Вот мы за 10 минут дошли до станции метро. Нам надо сюда залезть, перейти туда, купить билетики. Давай руки
и поехать в Дубай Молл. Будь здорова! Ну что, Сонечка, подъезжаем уже скоро, да? Такой классный вид. Чистая, холодная. Мужчины все сидят, а девушки все стоят. Чтобы Соню посадить, нам пришлось попросить мужчину, чтобы он прогнал другого мужчину с сиденья. Burj Khalifa, Dubai Mall. The final destination of this train is Burj Khalifa, Dubai Mall. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. Рассказывай, что у тебя там. Давай запишем. У меня пяточки. Болят пяточки. Что это у тебя за каша из шоколада? Круассан. Круассан с шоколадом? Да. Мы еще даже не дошли до аквариума. Нервы у всех сдают. Присели попить кофе и заесть сладким, чтобы стало полегче. Но со мной Соня натирает мозги. Мы сидим вот в таком красивом кафе. Кофе наш был отличный, баклава отличная, круассан вкусный, да, конечно, только нутеллу налили наверх. Наконец-то мы зашли в этот аквариум, наверное, 3 часа добирались сюда на микро. Потому что с метро идти пешком минут 15, а с Соней час. Наконец-то пришли рассматривать все мужчины. Сонечка, туда только не лезь, вот тебя тихо. Кто это тут у нас? Это а, точно. Вот это, да смотри, там еще один, и еще один, черный даже есть. Ой, смотри, какой классный. Не можешь поверить, что это рыбки. Смотри, какие большие. Своим глазам не можешь поверить. А там... А там такие маленькие, смотри, вот там малюсенькие, да? Микрорыбки. Будь здорова. Будь здорова. Давай пойдем почитаем, что это. Соня, что это такое? Не знаю. Боже мой. Где у него глаза вообще? Не, я таких точно нигде не видела, смотри. Это же черепаха. Что это? Белая. Вот это да. Вот это чудеса. Ну и лицо у нее. Смотри, как он классный. Смотри, как он классно плывет, да? Опа, приземлился. Вот черная. Такие красивые. Оранжевые. Фиолетовая такая красивая рыба. И вот эти зеленые, смотри, светятся. А вот смотри, кто это, Соня. Еще раз. Это
застрял, думаешь? Да. Он двигается, знаешь? Да. Для особо смелых, да? Сова сидит вот. Привет, сова! Привет, милая! Бедная сова. Вот сову жалко, да? Давай, как ты же по стеклу уже походила, давай по мостику тоже пойдешь. Давай. Смелая. Смелая ты, да, моя девочка. Рыбами их кормят. Обеденное время. Последний день, последний раз мы здесь, да, Соня? Уже больше сюда не попадем, так что смотри. Какая огромная башня. Мама, можешь мне рыбу?
сейчас, да, юбка ты моя. Будем кушать угорь. Наконец-то Юра уговорила сходить со мной в джим, меня немножко потренировать. Пойдем, учить меня. Let's go, buddy. Так, все, мы закончили тренировочку. Что у нас тут, 50 минут, 250 калорий почти. Это, в принципе, нормально. Фух. Ноги трясутся. Короче, идем с Юрой из джима. Позанимались с ним. Наконец-то первый раз уже выезжать послезавтра. Лера, качок. Накачали Веру. Так, сегодня последний день в Дубае. Мать уже просто при смерти. Сонечка очень рада, что она завтра домой поедет. Мы все так устали вообще. Я просто... У меня все тело болит. Я уже находила за последние 3 дня, не знаю, по сколько километров. Чувствую, как все мышцы напряжены. Так что идем последний день на бассейн. Загорать, отдыхать. И нам предстоит ночной перелет. Вернее, дневной, ночной, что-то там. 16 часов, короче, лететь будем. Понимаешь, Соня? Ладно, ну пойдем. Пока-пока, уходим! Мы тут выбрались на последнюю вылазку. Без скандала, конечно, не обошлось. Но мы взяли себя в руки. Радует то, что завтра родители уже отдохнут. Родители просто должны привыкнуть к этому. Вот, идем кататься на лодочке. Надеюсь, все получится. Сейчас попадем на 6 часов, чтобы был закат. И потом немножко в темноте покатаемся тут по Марине. Потом, надеюсь, всех затянуть в ресторан поужинать. И все, пойдем спать. Девочка, расскажешь нам, куда мы сейчас идем? Да. Расскажешь, куда сейчас идем? Да. Расскажи. Пойдем сейчас на пиратской лодке кататься. Ну, типа пиратской, конечно. Просто деревянным корытом. Какие виды красивые. Что там кряхтишь? Может, на самом деле не включать, просто... Да, вы можете помедленнее идти. Мы просто пойдем билеты покупать. Пытаемся успеть на лодочку. У нас тут очередной скандал. Так что, может, мы даже и не успеем. Соня не разрешили поднять ниточку из пола. Ну, Юра не разрешил, потому что он не знал, как бы, что мы мусор собираем. И теперь она на него обиделась. И все ноет и ноет, плачет и плачет. Господи, за что? Так, вот наш дек. Должна сейчас приехать наша лодка. Надеемся. Сонечка, давай ручку. Мы успели на лодочку и поплыли. Сонечка, ты мне можешь пообещать, что ты не вывалишься из нее? Я не вывалю.
А то я очень волнуюсь, не могу расслабиться, насладиться поездкой. Я не упаду. Нельзя подходить к краю. Я не буду. И далеко отходить. А я очень бешеная, но не буду к краю подходить. Правильно. Выходим из Марины, выплываем. Да, нашли, зашли наконец-то в ресторанты, взяли вот такую вкусноту. Теперь будем делать чокаться напоследок, давайте. Конечно. Всех есть. Все, за встречу, Сонечка, чирс. Соня, чирс давай за встречу. Чирс, вот, бери. Держи крепко, не урони. Бабушка с дедушкой. Мы уже прошли все проверки, да? Сдали чемодан и теперь засели покушать. Вот у нас тут cheese croissant, chocolate croissant, parfait, капучино за бешеную кучу денег. Сонечка, что тебе купили? Набор для хомячков? Да. Да, вот такие у нас хомячки. Вернее, это свинки морские, Соня, наверное. А чераси? Да, где еще одна? Будем кушать и ждать самолета. Он еще полтора часа. У меня живот болит. Надо поесть, значит, правда? Да. Не сладкое. Не сладкое. Будем есть ham and cheese. Котик. Вот уже садимся в самолетик наш. Пока-пока, Дубай. Да, Соня? Скажи, да. Пока-пока, Дубай. Пока-пока, Дубай. Смотри, какой-то красивый самолет. Да. Пока, Дубай. Сейчас, Сонечка, засниму твой обед. Засниму твой обед. Смотри, что тебе тут положили. Сосиска с картошкой и омлетом. Давай посмотрим. Какая красота. Оу. Смотри, яички. Надо поесть. Булочка. Всякие снеки, фрукты, йогурт. Молочко ты пить не будешь, но вкуснота еще та. Меня.
Молодец, там мы с тобой пережили такой сложный полет. Да. О, можешь рожицы расставлять. О, да, буду. Вот у тебя свои. Там по экипу. Я люблю. Куда, малыш? А мы тебе подарок. Молодцы. Потом посмотрим. Давай. Моя сладкая. Ну что? Худой какой-то. А? Худой какой-то. Худой? Ну. Да такой. Да, Соня? Кажется, давай, что загружайся обратно. Я буду тебя вести. Все, Сонечка, приехали. Как-то ура! Вы достаточно свежо выглядите. Да? Я думал, будет хуже, да. Все, конец связи.